перец, морковь, перец душистый, гвоздика, сахар, соль, лавровый лист, помидоры, лук, кабачки, масло подсолнечное, рис и уксус 9%. Помидоры нарезаем кусочками. Выкладываем в кастрюлю все. Нарезаем лук теперь. Перец нарезаем кусочками. Добавляем в кастрюлю это все. Затем кабачки нарезаем кусочками. Натираем морковь на терке. Добавляем в кастрюлю все это. Кастрюлю ставим на огонь. Наливаем масло подсолнечное, сахар, соль, лавровый лист, гвоздика, душистый горошек и закрываем на полчаса тушиться. Тем временем банки стерилизуем с крышками. Перемешиваем все. Теперь добавляем рис. Перемешиваем все. И еще минут 10 тушим. Вливаем уксус и все перемешиваем. И еще минут 15 тушим. Вот наш салат с рисом готов. Раскладываем его по банкам. Стерилизуем минут 15. Достаем, закручиваем, переворачиваем и убираем темное место. Вот такой салат у меня получился.